Тематычныя гульнявыя пляцоўкі, танцавальны калейдаскоп і караоке. На галоўным навагоднім дзіцячым свяце кожны павінен знайсці занятак па інтарэсах. Ці як мінімум падзівіцца чамусьці цікаваму на кшталт чалавека лямпачкі. Усяго лямпачак на касцюме каля 150. І чалавек, хоць і нагадвае перасоўную ёлку, адчувае сябе утульна. Людзі рэагіруюць довольно такі інтарэсна. Они такого ещё не видели. Это очень необычно для них, да, как бы. Обычно, если что-то светится, это обычно какая-то статуя или что-нибудь такое статическое. А когда человек танцует в таком костюме, это очень необычно, очень нравится. Удельники галоўнай областной ёлкі – дети с абмежаванымі магчымасцямі, выхаванцы шматдетных, малозабеспечаных и прыёмных сем'яў. Падчас акции «Наши дети», якая протягнется до 8 студзеня, усіх таких дзяцей наведуюць представники органов улады, предприемств и громадских организаций, каб оказать допомогу и подтрымку. Кристина Павлова разом с двумя іншими детьми живе у прыёмной сям'і у Мазыры. Сестра, она немножко помладше, ей 7 лет, мне 8 лет. Меня зовут Павлова Кристина, а мою сестру зовут Ставицкая Марыся, моего брата зовут Атамович Андрей. Я хожу в Алексис, я там занимаюсь, я там танцую, а моя сестра там танцует и поет. Яшчэ одно подтверждение таленавитости наших детей – новогоднее представление с уделом навученцев установ адукации Гомельской области. Хоть только с певами и танцами справа не обмежевывается. У символичных конвертах от вучняў региона – проекты, які яны плануюць реализовать на протягу наступного года. Брагинский район представил программу супрацоўніцтва городских и сельских школ. Гомельский пропоновал створение отрада по ахове бездомных живел. Жлобинский – марафон школьных сродков массовой информации. Кармянский – допомогу ровесникам с обмежаванными магчимостями. Хойницкий – просто робить приемные дробези для тех, кто побач. И во всех выпадках это шлях до самоудосканальвания. Навученец другой Калинковицкой средней школы Владислав Малашенко на уласным опыте переканался. До этого необходимо имкнуться. Хлопчик – уладальник диплома третьей ступени Агульнороссийской олимпиады по основах православной культуры. Я узнаю много нового. Мне нравится вот это вот, именно этот жанр направления, то, что я изучаю Бога, я изучаю историю даже. Это очень связано. Як кульмінацыя свята падвядзення вынікаў абласной акцыі «Усе дзеці нашы». 10 навучэнцаў з ліку дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі, якія дасягнулі значных перамог у рэспубліканскіх і абласных конкурсах, атрымліваюць падарункі ад абласнога выканаўчага камітэта. Яны здолелі паказаць прыклад іншым. У жыцці няма нічога недасягальнага. Алексей Сюнцюроў, Вольга Канавалова, Евген Макенка, Тэлерадыокампанія «Гомель».